Значит, да, Антон Воронин, собственно, спасибо за донат. Видос называется «Новичок смотрит гитарные каналы». Этот чувак, вроде бы, ну, его мне уже донатили, он что-то где-то вылезает, как-то появляется. Вот, что-то там пытается как-то... Что-то там пытается сказать. Давайте попробуем посмотреть, снять реакцию. Спасибо всем за лайки, комментарии, подписки и то, что читаете описание. Еще больше спасибо, что заходите на стримы, донатерам. Ну, просто бесконечная супер-мега-благодарность. Итак. Так, что у нас там сегодня в Ютубе-то есть? Здорово, народ. В сегодняшнем уроке мы с вами будем играть самые простые элементы. Ну, это прям очевидная пародия на Фреда, то есть кепка. Все, вот эта штука. Гитарные свипы. Итак, приступим же. О, так, Ну, пока непонятно, в чем шутка. Ну, мем такой. Бля, охереть, 1500 лайков, 12000 просмотров. Мне, может быть, тоже такое говно просто снять надо? А уверен, я сижу, что у вас это получилось. Так что приступим к более сложному элементу. Так, что там еще? Сегодня в этом уроке мы с вами рассмотрим простые хэви-металлические вертушечки. Что-то у него все гитарные каналы одинаковые и очень скучные, кстати. Начнем с самой простой. Так. Что ж, отлично, размялись. Теперь самое дело приступить к настоящей работе. Итак, вертушка номер два. Там лезвие. Шито, жесть вообще. Звук, кстати говоря, даже не знаю какой. Лучше, ну ладно, не буду ничего говорить. Так, а что-нибудь еще там есть? Здорово, народ! Сегодня мы с вами приступим к уроку номер 3 по блюзу. Что-то у него какие-то все одинаковые гитарные каналы, и все херовые. Итак, реально. Техасский блюз. Начнем с типичного прохода по двум боксам. Итак, повторяйте за мной. Попробуем. А ничего, кстати, по меркам блюза. Ну, я надеюсь, что в конце он скажет: пошло оно все нахуй, буду басистом. Типа того должно быть. Если у вас это начало получаться, давайте теперь попробуем это склеить с третьим боксом минорной пентатоники. Да, не, может что-нибудь попроще есть. Ну что, ученички, здорово. Сегодня мы с вами разучиваем новую песню. Итак, познакомимся с двумя первыми аккордами. Первый у нас ЕМ. Потом мы здесь еще добавляем с вами ля мажор. Во, вот это нормально. Парочка сложных аккордов, как си и соль. Итак, приступим. Ну. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Хотя я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно губит, а к 11. Владимирский централ. Ну, тоже нормально. Ну, окей.
Ну ладно. Так, просто такой мимасики такие чувак просто делает, как оказалось. Окей. Собственно, спасибо за донат. Спасибо, кто посмотрит. Видос заканчиваем, стрим продолжаем.